И всем здорово, с вами снова Тепловозыч, я продолжаю играть в Spin Tires на карте Побережье. И я уже пропустил, где же его заглушил? Я пропустил время, уже раннее утро, 8 часов. И сейчас, во-первых, надо пересесть на вот этот вот красивый, замечательный грузовик. Так, и, собственно, в этой серии наша задача доехать до открытого гаража, взять одним разом как можно больше деталей и привезти сюда, чтобы разблокировать этот. Ну, думаю, все понятно, в принципе, можно ехать. Вот. Надеюсь, что получится за раз все нужные вещи перевести. Ну, во всяком случае, постараемся. Нет, ну нифига себе, нет, ну ребят, ну вот сравните. Как я его. Какой урон мне наносился на УАЗике и какой на этом здоровике. Здесь, правда, из-за почвы сильно урон наносится, ну да ладно, не важно. Так. Сейчас спокойненько по накатанной дороге. Направо. Ну и дальше я, собственно, уже все помню. Эй-эй-эй, куда это меня повело? Нет, здесь лучше как раз по колее. Опа. А вот с такой грязищи наоборот лучше в колею не заезжать, а то вмиг увязнет. Сейчас надо будет загрузиться запчастями. Сейчас я только сразу же развернусь пока.
Ну, не знаю, в принципе, по идее здесь должен быть прицеп, но, ребят, я не знаю, проеду ли я с прицепом здесь. Ну, давайте посмотрим. Так, отремонтировал. Да, господи, что ж такое? Угу. Так, а что у меня? А, так, снимаем. Да. Угу, гаражные части, два очка гаража устанавливаем. Так, давайте еще вот это все поставим. И... Не понял. Так, ладно, маячки снимем. О, запасное колесо. Во! Отлично. Так, и гаражные части. Ну и что? В принципе, можно взять еще прицеп, но... Ребят, я реально, ну, я просто не знаю, доеду я с прицепом или нет. Но... Ладно. Рискнем, пожалуй. Так, ладно. Поедем с прицепом, хорошо. Ну, в таком случае погнали. Сейчас очень аккуратно нужно будет проехать через тот мост. С прицепом это будет даже сложнее, кстати. Ну, хотя, если я там, где я уже проехал, то и здесь мне будут особо трудности. Так, аккуратно, осторожно. Ровно.
совершенно спокойно, даже гораздо больше, чем я предполагал. Ну и вот мы уже, собственно, почти приехали. Осталось только проехать брод и забраться на этот холм. И уже разблокируем новый гараж. Все-таки зря я боялся брать прицеп. Совершенно спокойно я везде проехал. Хотя, что-то... Есть подозрение, что в гору я заехать не смогу. Хотя нет, спокойно снижаю. Медленно, наверное, поднимаю прицеп. Так, разгружаем. Ну что, собственно, вот наш новый гараж. Так, и что теперь, что теперь? И, в принципе, можно уже потихонечку возить бревна. Но это, наверное, будет в следующей серии. А сейчас... Ой, откатываюсь. Ну а сейчас я заканчиваю. С вами был Тепловозыч. В следующей серии... не знаю, что будет. Всем до свидания.